вот Алексей по доброй воле решил сделать маленький-маленький голубидром с тем, чтобы сплотить как-то наших голубоведов, голубятников, которые могли бы сегодня собраться, посмотреть, пообщаться, посмотреть, у кого какие голуби, обсудить все и этим самым улучшить поголовье нашей родной Одессы. Да, посмотреть ее в небе, сравнить. Небе, конечно, посрабуем. Вот изучать. Наши участники. Ну что, Александр Иванович, берите по одному. Да. Давайте сюда так положим. Берите по одному, говорите номер колечка, если кольцованные. У меня все голуби кольцованные. Вот. Красненькая. 10-й номер. 10-й номер. 12 перьев в этом голубе. Уже трошки линять начал. Да, уже немножко. Я отдал первых. Не пискунув, чтобы можно было их через недельку погнать. Вот сизый. Сплошной голубь уже пошел линять. Тоже кольцо. Второе. Номер два. Сизачок. А, да, такой протянутый. Вот это 3 дня не было. Ветер был унес. Это по вашим рыжим, да? Да, по рыжим, по рыжим. Кстати, это сестричка у тебя. Тихо. Нет, туда, туда не надо нам. Этот голубь тоже один из первых вышел в этом году. Это уже будет... Жавомурый такой. Жавомурый будет, летучий голубь. Ну, будет. Посмотрим, посмотрим. Ага. Они знают, что им надо наверх. Да. Пусть они... моя. По черномурым специально дал посмотреть. Это ему Кобис оторвал уже. Ну, уже летанный голубочек, да? Голубочек. Вот. Номер, колечко. Номер кольца будет 20-е. 20-е. Давай. Все. Вот такая, да, шустрая. Все шустрые голубята. Так, вот прикрывай. Сашка, давай голубей показывай. Вот еще. Саша привез спортсменов. О, у нас вот такой рябенький. Будет светлый, он один такой. У нас таких нету. Будем гонять. У них экстерьер отличается. Ну, хозяина одного, у меня один экстерьер, тут другие экстерьеры. А у Олега третий экстерьер, а у меня уже больше на схожий экстерьер. Да, чуть-чуть. У нас уже похоже. А тут уже... Да, тут Саша, это давай, более бросай своих голубей. Видишь, телекамера включенная, вот. Ждет тебя, ты... Так, следующий. Это наши одесские... Давай, ложи в дверь и туда, прямо туда пускай. Говори номер колечка. Так, номер колечка сейчас мы делаем. Поясатое какое-то, да? Такое. Да. Вот такая вот молодая. Номер колечка 012. Все, пускаем. Туда. На землю пускай. Пусть садится, пусть они найдут корм, может эти начнут клевать. Вот такая вот. Буренькая. Буренькая. Тоже 0,22. Такая мягенькая голубятка. Ничего. Вот, они линять уже начали. Вот уже. Ничего там. Страшного, они сейчас сядут на корм другой, и я думаю, что вот беленькая мещеная. Это совсем молодое, да. Мещеная. У нас таких нету, это 100%, светлых еще нету, никто не привозил. 0,44 колечко, вот такая вот маленькая, хорошая птичечка. Давай. О, какая, да. Легенькая. Не, ну такая аккуратненькая. Аккуратненькая, да. Беленькая. Да. Белых у нас еще нет. Да, этот подловил, немножко перо поддел. Ну ничего страшного. Ну вот серенько. Уже линять начал, и видишь, сколько? 6-8 перо. Саша, привитые, не привитые? Нет. Не будем, привитые, значит, пропоенные. Пропоенные, просто пропаивал. Вот и все. Я понял. Вот. С номером 005.
0,05. Давай. Ох ты, и сразу задирает. Сразу наверх, это хорошо. Лидер. Это лидер. Я его еле поймал, видел там перо. Вот. Ну. Тоже такое вот, видишь? Краснорябенькая. Будет красномурая. Да. Она тоже начала линять. Видишь уже вот. Да, будет заметно. 6-7. 7. Будет такое заметное, ага. Голубя. Ты видишь? Да. Такое вот. С колечком номер 0,37. Давайте поставим. О, у тебя так, вот у нас уже, лидер. Здесь 20 штук, места еще предостаточно. Будки, вот этот, вот эту голубя. Вот второй этаж и чердак. Вот это будет настоящий. Куда не полезно. Балкон. Все есть. Вот здесь, вот это будет голубя. Нам недолго на тот балкон залезть и с балкона покидать. Не, ну вообще будем, я так как бы для разгона, вот у нас улица есть. Три ветра наши. Ребята. Три ветра наши. Я вам хочу сказать. Возьмите вот такую палочку. Подлиннее. Прибейте вот так. Александр Иванович, это все впереди. Здесь будет вот так планка. И здесь вверх. Ну, я имею в виду, чтобы мы не могли туда. Все, все сделаем. Все, спасибо за подсказку. Ну, выключаю уже свои. Ну ничего. Тут. Вот. Знакомство. Это смотри, знакомство. 20 голубят и в принципе еще место валом. Да есть. Я думаю, это мы просто на скорую руку, и даже не на скорую руку, а на то, что хватило средств. Это тоже сейчас не все, я вам скажу. Хорошо сделано, нормально. Ну тоже с душой, мы же не профессиональные строители. К этому надо стремиться. Скажем так. Как получилось, так получилось. Отлично получилось. Это стартовая площадка. Но вот в дальнейшем, я говорю, вот это получится. Ну, в дальнейшем, думаю, ты свой дом отдай. У тебя пустой дом стоит, 4 этажа. Третий этаж. Третий этаж. 4 комнаты. Вот в каждой можно держать. Да, вот отдай. Здесь чем интересно, что здесь вода. Сразу вода. И тут птица лететь должна. А то, что здесь вот такая вот. Так это же очень хорошо. Нет. Когда ветер вот так, он подъемный оттуда. А здесь, а когда туда, им надо преодолеть 100-метровку. 100-метровку высоты. И тогда они стоят раскрытые. А за, вот это самое опасное, когда они налетались, они опускаются уставшие, и их потянуло. Да. Потянуло, скажем так, вот туда, в малую долину. Ну. А там чайки дальше? Не, там кроме чаек есть в другие враги. Ну, мы с ними поборемся. У меня чайки 8 штук были загнали. Чайки, вороны и копцы. Разогнали. Я вечером 5 часов. Здесь 5 часов бросил. Копцов, да? И они нашли на дом. Ну, есть у нас конфеты. Чайки, будем, если что, убирать. Слушай, а вот эти вот, как они называются? Сигнальные ракеты. Да. Оно не поможет. Не поможет? Оно... Которое взрывается там, наверху. И петарды, и все, да. Что хочешь. Есть такие бджи наверху. Ничего? Он нас сожрать хочет. Я стрелял там, хлопал, ничего не помогало. Если вот Александр Иванович... Хорошо тогда помогает, тут у меня есть конфетка такая, патроны? Фиолетовая. Я Александр Ивановичу дал там чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Буде называется, да? Фурадан называется. Туди, я помню. Капелька на затылок. Он его... Только ну, не это... путать не голубя, не себе, а много. На затылок, на голову. Копса, поймайте на затылок сразу. Ну, и это самое, и убрали его, убирали. И, грубо говоря, 2-3 недели место пустое, гоняешь спокойно. Потом, конечно, прилетает следующий враг, но пока он наловчится ловить. В интернете я вычитал, там чудак рассказывает, что вот этим фураданом, говорит, вот сбросили, скупили, траванули, убрали всех, говорит.
через месяц где-то опять появился, опять бубук. Конечно, и говорит, практически вот сразу. Ну, смотрите, у меня знакомый Ярик, блин, не помню где, тоже село какое-то такое городского типа, ПГТ, да? Вот он занимается уже этим больше 3 лет. Много времени, скажем так. У него вот в том году были полеты голубей 9 часов в небе. И голуби садились, и в ночь оставались, и садились. Ну, голуби простенькие, там, не навороченные, но 9 часов не тронул хищник, небо чистое. Но он их постоянно подкармливает. Он постоянно занимается этим. Он только появилось, все, развез. Он покупает их там на базаре, голубей каких-то, и по посадкам развозит. Ну, конечно, это все, это все... Скажем так, на сегодняшний день это не все просто. Это ездили. Тоже деньги, это Сережа, все. Мы ездили, то есть я говорю, Сережа, Алексей, мы ездили к Сереже, этому радиону, ну, под Николаев, там, в деревню ездили. У них там 5 человек. Они собираются и в клетках развозят голубей. Клетки, посадили в клетки наверху, посадки вокруг деревьев. Каждый день, сегодня твоя очередь, объезд сделал, завтра... А, вы к этому, Ковальчуку, Сергей, да. Вот они делают, они убирают их, 8-10 штук убрали, погоняли, потом снова пошли и все. Ну, у нас есть другие варианты. Я вам скажу, скажем, за зиму я потерял от хищника 2 штуки. И я 2 штуки уже весной потерял. От хищника, это нормальный результат, ну, хищника... Хищника мало. Потом, у все. Меня интеллигентные, они берут только те, кто остаются вверху стоять. Ну это сапсан, это сапсан. Это не эти деревья. Только в самом верху. Я думаю, во, вот это в самом верху, его уже никто не достанет. Ничего подобного. Все круг. Откуда оно взялся? Он стоит на месте, как он подошел, забрал его. Ну, он николаевских настоящих без напряжения забирает. Я их открываю, они голодные. На крышу. Он садится или здесь сидит на дереве, или садится там. Ну это зимой было. Ну начинает подлетать над крышей, они подорвались, да. Он взял одного и ушел. Когда-то ролик был, последний полет сизака 2-4. Ну там мне под 2 забирал. Ялтанин Валера Аверьянов снимал. Жалко, конечно. Взял пока 2. Красавец голубь. Вот, а что надо, как раз его. Бух-бух, хлоп, нет, все. Валера, ёха. Вот как-то он разобрал, просто я почему вспомнил. На дереве сидит Алексей, и пасёт. Алексей, когда остальных передадут? Ну, утром еду рано, встречаю на 7-м километре Кировоград и Мелитополь. Вот, ну и только я их привожу, привозим, и Олег своих дает, сколько штук там решит. Я даю своих сколько, ну у меня там 6 штук получается, я хочу. Ну, хочу 6. Все, так. На этом все. Я вот вам даю первый на почин. Это уже не первый. Уже не первый, а я думал на почин. Слушай, ну знаешь, я, во-первых, не взял деньги обратно. Ничего страшного. Это ничего, главное у тебя учется таблетка там и сколько таблетка стоит, сколько денег. Жижа, таблетка, она мне обошлась там 260, по-моему. Ничего страшного, все нормально. А ты таблетку, когда растворишь, можешь своих всех пропоить. Ты там до 50. Я своих пропаю. 50 литров воды. Но нужно ставить на 2 часа. Сколько они выпивают за 2 часа? За один раз фактически. Надо не давать целый день воду, а потом давать. Нет, не целый. Нет, вечером не давать, покормить. Вы покормили, утром попили воду и корм, и убрали воду. Все, утром. И целый день они не пьют и верят. Ну там, где есть молодые, может. Ну, все сделаем как надо. Да, все сделайте, все будет нормально. Это израильская таблетка. Заканчиваю я съемку. Давай, уже. Давай, теперь ты мне расскажешь.